Конкурс «Супердедушка» оказался насыщенным. Среди конкурсантов 6 представителей почетного возраста, имеющие опыт, профессионализм и активную жизненную позицию. Им предстояло проявить себя в 4 заданиях. В визитной карточке кандидаты на звание «Супердедушка» в интересной форме рассказали о себе. В конкурсе «Кулинарные шедевры» представили жюри свое фирменное блюдо. В спортивном конкурсе показали свою сноровку, силу и меткость, а в творческом продемонстрировали разные таланты. Праздничную атмосферу на мероприятии создавали маленькие артисты Дворца культуры. Участники образцов ансамбля танца «Искорка» подарили зрителям несколько задорных номеров. По итогам конкурса звание «Универсальный дедушка» было достоин Павел Матюк. Самым спортивным дедушкой назвали Николая Кицко. Дедушкой-кулинаром стал Михаил Мелешко. Самым веселым дедушкой был признан Николай Иванюкин. Лучшим танцором был назван Александр Трухан. А самым интеллектуальным дедушкой – Михаил Кривоблодский. Спасибо за все. То, что организовали это все, мы будем постоянно участвовать. Я очень восхищен, очень доволен. Я не первый раз посещаю этот клуб и не первый раз участвую. Прекрасное у меня впечатление. Конкурс интересный, конечно, интересный. И даже желанием идем. Просто все прекрасно для пенсионеров. Мероприятие завершилось церемонией награждения и танцевальной программой.